С вами Life News и я, главный корреспондент Везунчик Петр. И да, я заразился котятами. Я заболел. Чем? Не знаю, доктора не могут остановить болезнь. Спасибо. Надеюсь, вы не заразны, я не заболею этим. После того, как все жители получили паспорта, они начали устраиваться на работу. Администрация, полиция, клуб, больница, суд, СМИ. Все на ваш вкус. Я работаю... Я работаю... Наверное, в администрации, да, там все такие. Журналисты узнают всю правду про работников наших предприятий и сообщают о самых свежих событиях. Здравствуйте, и это Лев Ньюс. Сегодня в полиции сдавали вступительные экзамены и принимали на работу граждан. Давайте узнаем, как это происходило. Здравствуйте, как вас зовут? Евгения. Очень приятно. Расскажите, Евгения, сложно ли было сдавать экзамен? Некоторые молодые люди не очень с этим справились, но у меня отличная память, и я сдала экзамен на отлично. Меня даже выделили как лидера. Прекрасно. А почему вы решили устроиться именно сюда, на работу? Я хочу помочь нашему городу справиться с преступностью. Избавить наш город от нежелательных граждан. Очень хорошо. Скажите, вы готовы к этому? Полагаю, да. Отлично. Мы будем рады, если в нашем городе будут служить такие люди, как они. Сдаются газеты, а в городе появляется радио. На радио вещают о срочных новостях нашего города Лайф. Ведется репортаж прямо с места событий. Узнать, как к вам можно устроиться. Как вам попасть? Прийти, написать анкету и доказать, что ты действительно готов служить полиции. Официально поступили на службу. Мы уже пришли бумаги, да, утверждающие. Ваш секретарь. Сейчас проверю. Хорошо, я жду. Завтра жду вас. Полиция следит за порядком на улицах, расследует преступления и ловит преступников, нарушивших свод законов. Мы не поступаем на работу. И я не буду вам особо разглашать детали, но скажу одно, то, что мы там, так сказать, и так уже работали. И это обычный перевод из одного отделения в другое. Что вот я хочу сказать для людей, которые будут становиться новобранцами полиции. Как многие знают, недавно в городе Лев произошла самая настоящая вспышка эпидемии. И после этого она была подавлена. Но останутся различные мародеры или даже мафиозные группы, которые будут пытаться ограбить банк, захватить полицейский участок, все что угодно. У людей в голове все что угодно творится. И вот каждый полицейский обязан своим сердцем и телом защищать свой город, свою страну. Вы готовы? Я готов уже давно. Я родился готов. В больнице дело не в проворот. Нужны справки на ношение оружия. Необходимо вылечить больных и раненых. Планируется операция по смене внешности. После долгого рабочего дня жители теперь могут отдохнуть в клубе. На торжественное его открытие пришла большая часть населения города. Try to stem. Instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. But now God knows anything goes. Good offers to. Здравствуйте. Да, мой кортеж подъехал, там находится. По вечеру Rolls-Royce уезжает. А, так это ваша вот, да, ваша тачка? Конечно, да. Которая отъезжает отсюда. Как у вас эти дела? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Все хорошо, вот, спасибо. У вас как с медициной? Да, пока. Я, кстати, видел некоторые это... Да, все нормально, все под контролем, да, конечно. Все это очень прекрасно, хорошо. Самый надоедливый журналист города, кстати. Я самый, я сказал бы, трудолюбивый журналист города, который пролезет в каждую, так сказать, проблемку, которых у нас нет. Вы, кстати, видели новые законы администрации? Да, я хотел с вами обсудить, потому что мне некоторые законы непонятны. Да, конечно. Да, смотрите, во-первых, почему-то недопонимание возникло. Закон вводится только завтра в 18:00. Да, мы поняли, что завтра, это, да. Во-первых. Во-вторых... Вы феминист, скажите.
Нет, конечно. Смотрите, у нас есть министры. Вот, соответственно, мы взяли 50% министров от наших. Вот, они опросили 1/3 жителей. И, соответственно, на основе опроса мы составили эти самые законы. Ну, например, меня никто не опрашивал. У нас там участвовало как раз в министрах две девушки. И учитывая, что я как бы не, разумеется, не феминист никакой и так далее. Вот. В этом случае у нас, получается, как бы девушки-министры просили 1/3 как раз девушек нашего города. Вот, и они на основе этого приняли законы. Скажите, а вот если бы у нас в городе была бы, не знаю, 1/3 афроамериканцев, например, вы бы им тоже дали бы по 10 легальников каждому, если там было, да, кто-то был из министров афроамериканцев? Закон я принимаю. Я подписываю уже, когда на основе, на уровне министров, они уже принимают закон. А вот 5 бесплатных продуктов для сотрудников администрации тоже это министры все предложили? Понимаете, именно вот момент обдумывания, понимаете, есть мозговая деятельность, например, как у нас, вот, и есть деятельность больше физическая, ну, то есть там руку перебинтовать, либо там видео заснять и так далее, ну, то есть понимаете, да? Вот, и придумывание законов, оно очень действует на мозг, нужен сахар, вот, потому что он повышает мозговую активность. И за счет этого мы приняли этот закон, разумеется, деньги будут у нас идти в клуб. Вот, то есть мы его поддерживаем и так далее. Представьте, вот смотрите, всю вот эту площадь, мы выделили, хотя мы да, например, центр снимать ребенка для тех, кто беременна, да, или на центр. Или для африканских журналистов, мигрантов. Да, у вас прекрасные шутки, прекрасные. А вы, кстати, не думали выступать по радио? Нет, спасибо, мне так хорошо. Нет? Да. А вы кем работаете? Я работаю. Он говорил в администрации. Он сказал, что он работает у вас. Да? Да, я у него работаю. Уже нет. И уже ты нет. Что-нибудь вообще рассказывал там? Кто? А, я понял. Вы направили его в администрацию, да? Но вы в администрации будете работать, получается? Закон придумывать, правильно? Вот. Ну, отлично. Хорошо. Мы просто рады видеть на работе всех. Вот, давайте пожму вашу руку. Вот, когда будете готовы приступить к работе, приходите в суд. Ой, не в суд, а в суд. Банк. Мы поняли, да. Спасибо вам большое, да. Все стало ясно. Предельно. Пожалуйста. Спасибо. Все стало ясно. У вас все прекрасно, как я понимаю. Да. У нас болезни и так далее. Вам будут скоро выписаны премии. Хорошие премиальные. По 5 легавликов каждому добавим. Да, по 5, вот. Спасибо. На лимон хватит, как раз. Что, простите? Добро пожаловать в переулок имени Богдана Полянского. На открытие нашего клуба. На открытие нового клуба в новом городе. К нам нас посетил мэр города, который за несколько дней до этого разрешил нам деятельность в этом городе официально, выдал нам все документы, за что ему отдельное спасибо, что мы смогли так оперативно и быстро открыть данное заведение и порадовать жителей города своими возможностями. И в честь этого я прошу помочь мэра перерезать нам красную ленточку, знак открытия клуба, вот, под ваши бурные аплодисменты. Музыку! Такой волнительный момент. Шестой раз это делаю. Спасибо большое. Вот, а это мы оставим у себя в клубе тоже. Знак открытия нашего заведения. После ваших трудовых будней, после напряженного рабочего дня, вы всегда можете прийти к нам в гости, отведать заморских яств, попить чаю, съесть что-нибудь сладенького, возможно, приобрести какие-нибудь памятные подарки или сувениры. Это у нас еще ждут поставки. Вот, немножко интрижки.
Вот. У нас также по вечерам будут организовываться всевозможные развлекательные мероприятия, такие как там, музыкальное выступление, выступление каких-то групп, которых мы к вам пригласим в гости. Можно поиграть там, в бильярд, отдохнуть в тихие игры. Возможно, будут какие-то современные, как они там забыли, ютерные, что ли, говорили. Какое-то новое имя придумали тоже. Мы тоже эти все нововведения привезем вам в лайк, в клуб. Вот, и попробуйте, поучаствуйте. Соответственно, ни в чем себе не отказывайте, чувствуйте себя как дома и наслаждайтесь прекрасной музыкой и нашим гостеприимством. На самом деле, спасибо, что пригласили. Для остальных жителей хочу напомнить то, что мы шестой раз открываем клуб. Вот, я желаю вашему клубу меньше потопов, меньше пожаров, поменьше всяких там. Вот, и побольше радостей, побольше веселой музыки, да, и побольше всяких тут. Спасибо. Я рад, что мы все-таки решились, осмелились сделать клуб в вашем городе. К сожалению, мой брат не смог посетить нас. Это как бы... Он просто не успел приехать так быстро и оперативно. Но он тоже передает вам низкий поклон и приглашает в гости. Ну что ж, приступим. С данного момента у нас официально открыто заведение. Прошу. В честь праздника всем был предложен бесплатный чай. Многие талантливые жители выступили со своими номерами. Желаете что-нибудь перекусить? Да, я пожалуй. У вас чай бесплатный? Чай сегодня бесплатный. А можно, пожалуйста, чай? Да, конечно, цены указаны. Можно прийти в зону. Вас, извините, три. Вас, да, три или гаврика. Дальше будет? Ой, у нас сейчас, к сожалению, не будет чая. Также сам мэр сыграл свою любимую песню на гитаре. Многие ее знали и припевали. От края до края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Торжество прервало сообщение по радио. Банк был ограблен. Журналист, пошли, быстрее. Мы деньги нашли. Быстрее. Мы деньги нашли. Как говорят об ограблении банка. Быстрее, бегом мы давай. Мы деньги нашли. Все тотчас же ринулись к закрытым дверям банка. Было украдено 2000 легаликов. Банк ограбили. Банк ограбили. В общем, уходим. Здесь нужно поставить, одного полицейского, чтобы никого не пускал. Вы опечатываете тогда здание. Полиция начинает расследование, осматриваются все квартиры города, и жители периодически просят показывать паспорта. Однако полиция в полной мере показывает свою некомпетентность и неподготовленность к подобным происшествиям. Мне нужно охранник один на всякий случай, потому что я не умею драться. Мы деньги нашли. Мы деньги валялись. Где вы нашли? Там. Вот, и мы хотим заявление. На самом деле, очень хорошо, что его нашли, особенно в связи с последними последствиями. Вот, потом напишите заявление, мы, к сожалению, не можем туда заходить, потому что там сейчас будут собирать еще. Вы соберете все, ладно, хорошо. Товарищ мэр, я могу выступать. В качестве журналист тоже можете выступать. Охрану один. Я. За мной. Я могу выступать. Что произошло? Ну, вообще это произошло. Идем. Журналист, да, спросите. Сказать журналисту можно. Да, журналисту можно. А, насколько мы видим, тут беспорядок, как будто вышли все, вышли.
Можно поаккуратнее? Вышли все. Наша полиция говорит, нам, что на мэр, на мэр сказал, можно журналистам. Нас мэр пустил. Нас мэр пустил. Кстати, прошу, вон, смотрите, несколько купюр осталось. Все на мэр. Выйдите, пожалуйста. Но они вне сейфа валяются просто вокруг. Место чистое. Да, видимо, полиции даже на мэра все равно. Комиссар вообще беспредел. У нас нету закона, который не ограничивает. Мэр разрешил. Да, на место преступления мы сейчас натопчем. Свою обитель он нас пустил. Как работать? Место преступления опечатываем, никто не заходит, не выходит, в том числе мэр. Не остаться? Одного останется ты со мной. Забираем всех полицейских. Полиция! Вся полиция за мной! Никого не пускай. Лодовка уже поменяли. 10 лет, может, больше. Снова работы нет. А вы... Мы работали там. Вы министры, там. Правильно? Да. Это ваши теперь работы. Уже нет. Видимо, уже законы... А законы будут приняты? Мы не знаем! Чтобы хоть ваша работа не зря прошла. Просто выносим двери! Ну, журналистики много платить, говорят. Да, да. Вы снимаете, у него это плохо! Все, какого культуры больше не даем? Мы сочувствуем вам! Что чувствуете вы? Оказались вы на нашем месте! Скажите. Вы можете проверить? Странные вы люди, поверните табличку. Сейчас. В общем, поверните табличку. Он же закрыт. Поверните табличку. Можно? Куда? Куда? Нет. Можно просто заглянуть? Мне заглянуть. Нет. Я никому не скажу об этом. Нельзя. Можно посмотреть? Нет. Нет, он войти хочет. В банк, типа, он журналист. Пожалуйста, в банк никого пускать нельзя. Опечатано. Опечатано, никому нельзя приказ. Пускать. Если кто-то будет рваться, спокойно. Спокойно заряжай, если кто-то ворвет, то будет... Ну, пожалуйста. Нет. Ну, будь ты человеком. Я тебе дам конфетку, и ты поешь. Вот твоих стопим слева. Ты что, хочешь подсудить? Нет, я просто дам поесть. Это взятка? Да, это взятка. Да меня обыскали уже 3 раза! Блин! Но это не последняя плохая новость. Наш всеми любимый мэр подает в отставку. На это есть причина. Жители не верят главе города, что в городе нет и не будет мафии. Мэр выступил с речью перед всем городом. Скоро пройдут выборы нового мэра. Но жителям не стоит волноваться по этому поводу. На время предвыборного периода мэр все еще будет управлять городом. Это речь подготовил. Дорогие жители города Лев, на самом деле осталось совсем немного времени до магической даты нашей истории. Вот, вы все знаете, что 6 числа у нас наступит 1953 год. Мы все ждали этого мирного времени. Казалось, когда-то так далеко, это необыкновенный год становления заново нашего города. Я надеюсь, что этот день у нас настанет завтра с 18:00. Вот, дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я обращаюсь к вам с моим приветствием. Это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как мэр города Лев. Я принял решение. Долго и мучительно над этим размышлял. Я уйду в отставку. Я много раз слышал, что Дон Панда любыми путями будет задерживаться за власть. Он никому ее не отдаст. Это все вранье. Дело в другом. Я всегда говорил, что в нашем городе мафии нет и не будет. Так оно и было. Но не все доверяют мне, несмотря на то, что мы прошли через многое. Я все же принял решение, я ухожу.
Я понял, что мне необходимо это сделать. Город Лев должен встретить этот год с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А я тот, кто стоит у власти уже многие годы, поэтому должен уйти. Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проходят регистрацию в нашем новом городе, я понял, главное дело своей жизни я сделал. Город Лев уже никогда не вернется в прошлое. Наш город будет двигаться только вперед. И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Город Лев через многое прошел. Когда-то этот город был сильной инфраструктурой, были парки, музеи. Жители по-настоящему любили его. В 1950 году в стране прошел вирус Z, который превратил многих в зомби, но наш город не пал. Да, кто-то был эвакуирован, кто-то ушел по доброй воле, но были и те, кто остался там. И вот сейчас мы все создаем с вами заново. К нам прибыли новые жители, остались те, кто уже был в городе Лев ранее. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, и то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше. В соответствии с законами города Лев, уходя в отставку, я подписал указ об организации выборов мэра города Лев. В течение пары дней я продолжу руководить городом, но после выборов я передам все свои полномочия новому главе города. Я всегда был уверен в удивительной мудрости левчан, поэтому не сомневаюсь, какой выбор сделаете вы в ближайшие дни. Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас, будьте счастливы. Вы заслужили счастье и спокойствие. И помните, что в нашем городе мафии нет и... никогда не будет. Никогда не будет. Спасибо. Город живет своей жизнью, но все понимают, что прежним город Лев уже не будет. С вами был Зунчев Петр, главный корреспондент Life News, The Production Studio. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе событий.